Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Родившийся в ложбине старого северного циклона, молодой и быстрый южный циклон смещается с зоны осадков на восток, от Иртыша к Оби. Далее о погоде более подробно. 25 ноября в Новосибирске мокрый снег, слабая метель. Ветер южный с переходом на северный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Ночью -6,8 градусов, в дневное время ожидается -4,6. Теперь прогноз на последующие дни. Ночная температура в последующие двое суток опустится до -18-20, днем 26 ноября без осадков и 13-15 градусов ниже нуля. В дневное время 27 нас ожидает снег, метель, и столбик термометра покажет -6-8 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.